Вашему вниманию предлагаются многоразовые подгузники «Эко-пупсы». «Эко-пупсы» – это не только непромокаемые трусики-подгузники, но и красивая одежда для малыша. Специально разработанная современная конструкция трикотажных подгузников торговой марки «Эко-пупс» обеспечит ребенку максимальный комфорт, а родителям – простоту, легкость и экономность в использовании. Многоразовые подгузники «Эко-пупсы» не создают опрелостей. Они гипоаллергенные и способствуют быстрому приучению ребенка к горшку. В ассортименте торговой марки «Эко-пупс» есть два типа подгузников – с карманом и без кармана. Давайте детально ознакомимся с подгузниками с карманом. Конструкция трикотажного подгузника с карманом состоит из внутреннего натурального слоя, с которым контактирует нежная кожа малыша, и внешнего непромокаемого и дышащего слоя, который защищает одежду от намокания. Между внутренним и внешним слоем вставляется прокладка, функция которой – впитывать влагу. Прокладка сделана на 100% из натурального материала. Это обеспечивает отличную впитываемость жидкости. Для подготовки подгузника к использованию достаточно вставить прокладку в карман трусиков и расправить ее там. Бережный уход за кожей ребенка обеспечивают натуральные материалы подгузника. Они не раздражают и не вызывают аллергии у малыша. Поэтому подгузниками «Эко-пупс» могут пользоваться даже детки с очень чувствительной кожей. Подгузник фиксируется на талии с помощью разноцветных пластиковых кнопочек. Это очень удобно и быстро. Регулировка размера подгузника осуществляется двумя рядами кнопок. Для более точной настройки размера трусика в области талии вам достаточно подтянуть эластичную перфорированную резинку до необходимого размера и зафиксировать ее на пуговице. Регулировка ножек спрятана в кармане подгузников. Вы точно так же подтягиваете эластичную резинку до необходимого размера и фиксируете ее на пуговице. Сначала настраиваем размер для одной ножки, затем для другой. Разработанный торговой маркой «Эко-пупс» встроенный механизм регулировки позволяет очень точно подстроить размер подгузника и силу натяжения эластичных резинок в области талии и ножек. Поэтому трусики плотно облегают ножки малыша и препятствуют протеканию влаги во время сна или прогулки. Благодаря анатомической форме подгузника и эластичным резинкам, «Эко-пупсы» отлично сидят на ребенке и способствуют его комфортному передвижению без передавливания и натирания нежной кожи. Вы можете выбрать серию «Классик» или серию «Премиум». Подгузник без кармана и его особенности. Он состоит из прокладки и непромокаемых трусиков. Эластичные барьерчики вокруг ножек, внутренний и внешний, помогают избегать протекания во время сна или активного движения. Цветные пластиковые кнопочки надежно фиксируют подгузник в двух размерах – минимальном и максимальном. Точную подстройку размера талии подгузника без кармана регулирует уже известная нам эластичная перфорированная резинка, которая фиксируется пуговицей в необходимом нам размере и исключает передавливание животика. Прокладка для подгузника без кармана сделана из натуральных материалов в виде конверта с язычком. Эта конструкция позволяет легко удалять загрязнения и быстро сохнуть прокладки. Подготовка подгузника без кармана начинается с правильного расположения анатомической прокладки. Узкой стороной она будет спереди, а широкой – сзади, фланелью вверх. Очень важно во время надевания подгузника без кармана, чтобы прокладка сравнялась с передним пояском подгузника. Это предотвратит ее сползание и комканье во время движения малыша. Внимание! Перед использованием новых прокладок для подгузников без кармана очень важно постирать их несколько раз. Это улучшит их способность впитывать. В подгузниках без кармана легко и быстро менять прокладку, и они способствуют приучению к горшку.
Практические советы по использованию продукции торговой марки «Экопупс». Как правильно подобрать размер подгузника? Самый главный параметр ребенка при выборе размера подгузника «Экопупс» – это его вес и возраст. Вес говорит о полноте ребенка, а возраст – о его росте. Зная эти два параметра, вы можете правильно подобрать размер в таблице соответствия размеров многоразовых подгузников торговой марки «Экопупс». Внимание! Не нужно брать подгузник слишком большой, так называемый на вырост. Экопупсы – это часть одежды, поэтому все должно быть красиво и удобно. Многоразовые подгузники «Экопупсы» – это отличный помощник по уходу за ребенком. Они принимают участие в приучении ребенка к горшку и не создают опрелостей. Экопупсы гипоаллергенны. Они защищают поверхности от влажных загрязнений. К тому же они экологические и очень красивые. Также экопупсы существенно экономят семейный бюджет. В подгузниках «Экопупс» малышу будет комфортно и летом, и зимой.